иной эпизод. Их было немало в этом матче, и мы, конечно же, благодарны игрокам, которые доставили удовольствие и болельщикам своей игрой, самоотдачей полной, без остатка. И таким образом тоже получилась столь интересная игра. И вот еще одна атака корейской команды. И удар с дальней дистанции, рикошет. 3-2. И все-таки Сон Чонгук своей активностью заслужил этот мяч. Болевые атаки корейских футболистов, за что они так всеми полюбили, достигает успеха. Рикошет, мяч изменяет направление полета мяча, ударишь в спину своего же игрока, имея в виду корейского, и влетает в дальний угол. Не раз выручавший свои ручки, на этот раз в отчаянном прыжке, посмотрите, едва даже не дотянулся до мяча, но не спас. И счет стал 3-2.